Здравствуйте, меня зовут Ольга Александровна, моя фамилия Букина. В следующей лекции мы поговорим о налоге на прибыль, но только в той части, которая касается амортизируемого имущества. Мы познакомимся с теми изменениями, которые вступили в силу с 1 января 2022 года, а также узнаем, какие разъяснения дает Минфин, Федеральная налоговая служба, и какая судебная практика складывается в части учета амортизируемого имущества. Смотрите видеоконсультант.